подойти, вот когда уже мы закончим, просто вместе рядышком с казаками посмотреть, потрогать, спросить, с чего и так далее. Но, кто из вас, друзья, такой грустный? Ты как на кота в Шреке. Шрек, все смотрели? Да. Помните, он такой? Вот ты прям одно лицо сейчас. Не надо тебе приведяться, чтобы у тебя вся жизнь впереди. Друзья, вам понравилось наше сегодняшнее? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто поборол страх? Кто поборол лень? Я! Кто тут поборол, чтобы с чем-то боролись? Лень, страх, слабость! И кто слабость поборол? Вот они, умные. Где? Давайте поборол. Кто там слабость поборол? Я поборол. Поборол слабость? И ты поборол слабость, да. Не засыпай. Итак, друзья, я хотел бы вам прочитать коротенькое стихотворение. Стихотворение называется «Русские люди». Это в преддверии подарок всем.